Двухчасовое общение с жителями региона председателя Брестской областной нотариальной палаты Анжелы Горгун прошло довольно активно, поскольку каждое обращение с одним вопросом затрагивало и ряд других. Традиционно чаще за консультациями обращаются женщины, но в последнее время активизировались и мужчины. Вопросы сегодняшнего интерактива касались в большинстве своем брачно-семейных отношений. Хотя сейчас у нас по большому счету сложно найти что-то, что не относится к брачно-семейным отношениям, если не напрямую, то опосредованно. Ну и основные вопросы – это, конечно же, заключение брачного договора, где можно его удостоверить, у какого нотариуса, каким образом расторгнуть. И также вопросы удостоверения соглашений об уплате алиментов, о детях, ну и иных соглашений, касающихся брачно-семейных отношений. Сколько вопросов сегодня поступило на телефонную линию? Порядка 6 граждан обратились к нам, ну и, конечно, у каждого был не один вопрос. Древнеримский философ Цицерон еще в свое время говорил, что знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. Правовое просвещение именно эту задачу ставит перед собой нотариусы, проводя консультации. Ведь знание своих прав, законодательных норм дает человеку при принятии решения чувство уверенности. Знать свои права очень важно, потому что иногда незнание прав заводит людей в такую ситуацию, из которой очень сложно выходить. Вот именно для того, чтобы, зная свои права, поступали так, чтобы потом не приходилось обращаться в суды, не приходилось жалеть о том, что сделано. Безусловно, надо знать свои права, знать, что можно сделать, каким образом сделать и как поступить в той или иной ситуации. Поэтому это не просто общая фраза для меня, это понимание того, что это очень важно знать последствия своих действий. Завершала разговор Анжела Горгун с каждым обратившимся в канун праздника поздравлениями с Днем Отца. Хотелось бы поздравить пап Республики Беларусь с замечательным праздником, пожелать семейного благополучия, пожелать побольше радости от общения с детьми, ну и здоровья, мира и всего самого хорошего. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.